Всем привет! Приехали на дачу. Сегодня хотим допилить все оставшиеся деревья, так как в прошлом ролике по плану, в прошлом ролике я спилить все оставшиеся деревья, но этого нам не удалось. И сегодня суббота, завтра воскресенье. Надеюсь, что сегодня мы приложим все усилия, которые у нас есть, и спилим все оставшиеся деревья. Очистим участок от ненужного. Но что-то мне с трудом верится, конечно, что мы сегодня это сделаем. Но все-таки надежда умирает последней. Давайте приступать. Сегодня, кстати, будем спиливать крупные и опасные деревья, которые могут упасть либо на провода, либо на забор. И в этом нам помогут, опять же, родственники. Деревья будем сваливать с помощью веревки. Денечек сегодня будет жаркий. Да, кстати, о денечке. Сегодня у нас утром было солнышко. По прогнозу погоды есть небольшой дождь, но будем надеяться, что его не будет. Итак, сегодняшнюю работу начнем вон с тех берез. Распилим их на трава. Далее спилим еще какие-нибудь рядышком стоящие. И вот эти вот два дерева тоже спилим. А потом уже переберемся к той березе и к этим деревьям. Потом вон то спилим тоже, лепиху. И вот эти, кстати, которые здесь находятся, вот три штуки. Немного дров загрузили в багажник, точнее полен, из которых потом будут колоться дрова. Их мы отвезем в деревню для того, чтобы, когда мы туда приезжали в деревню, можно было свободно что-нибудь коптить, шашлычок делать, то есть, чтобы были дрова для этих, в принципе, целей. Может, даже еще немного сюда загружу потом дров. Короче, начался дождик, спилили два дерева, сейчас будем еще два спиливать, а потом третье, самое большое. Итак, спилили практически все деревья, все опасные вроде спилили, которые могли упасть там на провода или на забор. Вот, сейчас займусь распилом и надеюсь, блин, на самом деле сегодня будет последний день распиливания деревьев. Вот такой на данный момент беспорядок. Как видно, я уже вот здесь вот распилил. Вот, собрал из веток небольшую кучку уже. И осталось еще до хрена делать. Блин. А время у нас... Роман, сколько время сейчас? 14 часов. До 14 часов осталось 17 минут. Ну, короче, 2 часа время дня. В принципе, еще целый день впереди. Делай, да делай.
пока не стемнело, немножко продемонстрирую, что мы сделали. Итак, во-первых, машина вся грязная. Как вся так, частично от пепла, который летит с костра. Второе, здесь все спилили, деревьев нету. Ну, кроме того, лежит какое-то, распилить надо. Дрова напиленные. Здесь немножко осталось. Где у нас Роман? Роман там, короче, телегу загружает бревнами. В принципе, вон там что-то немножко осталось мусора. Но это все фигня. Уберем. А, вон Ромик где у нас. Ну, только что остался вот этот угол. Здесь просто-напросто высохшее дерево находится. И что-то накидано. Это нужно разбирать. Стул мы сюда перенесли. Да, сейчас доложу. Скамейку одну перенесли уже сюда. Это поленница, а это бревна, которые у нас получились. Их, то есть, нормально так, прилично. Вот. Да, кстати, мы мимо кучи прошли, которую нужно будет еще сжечь. И, в принципе, на этом участок у нас практически освобожден. Сегодня, я думаю, что мы его уже добьем. Вот. Продолжаем. Итак, заканчивается сегодня день. Заебались, конечно, мы пиздец как, выражаюсь очень доходчивыми словами. Не спилили мы облепиху, потому что сил на нее вообще нету. А так, все остальное мы спилили, то, что находится на нашем участке. И, в принципе, осталось сжечь и растаскать, так как напиленные бревна уже лежат и ожидают, чтобы их унесли. Ну да, еще вон там он дерево, грубо говоря, это на том участке лежит. Ну, это херня. Вот, завтра приеду и все это доделаю. На этом все. Кому ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до встречи. Пока-пока. We'll be right back.